Объем кузова машины 37 метров кубических. Объем кузова прицепа 45 метров кубических. Как видно на видео, правая рабочая сторона борта состоит из трех модулей. Каждый модуль состоит из двух бортов, верхнего и нижнего. Нижний борт открывается снизу вверх и вместе с верхним вбок. Конструкции заднего модуля, который состоит из двух бортов. Верхний открывается вбок для загрузки зернометом и вместе с нижним влево для загрузки европалетом. Нижний открывается снизу вверх и вместе с верхним влево. В базовую комплектацию кузовов входит гидравлическая система фирмы Хива, Голландия, механизмы управления гидравликой, маслобак, дуги, тент со скруткой, площадка для скрутки тента, а также трехслойная окраска кузова специализированной краской фирмы Aellers Германии. Цена за самосвальный кузов машины начинается всего лишь от 95 600 гривен, а кузов прицепа от 105 000 гривен. Также имеется возможность производства бортовых кузовов без гидравлики. Цена за такой кузов машины составляет от 52 000 гривен, а цена за бортовой кузов прицепа от 59 000 гривен. При каждом заказе мы индивидуально подбираем характеристики кузова, идеально подходящие для каждого нашего клиента. В следующем выпуске будет представлен совершенно новый вид кузова.